пещеры. Так страшно здесь. Блять. Вот наступило. Херово, что туда не пройти. Вау, вода отражается. Короче, только тут можно походить, там везде вода. Вода. И там все затоплено. Никуда не пройдешь. Здесь вот пещера такая. Гигантская. Сейчас надо фонарь включить. Фонарик не включается. Вот какой тут шикарный вид. Только деревья все портят без листьев. Стоят уже. Мусор выкидывают в реку. Возят на таких тачках. Вот там такое небо желтое-белое. Вот тут ворота такие. Вал земляной. Белая церковь. Такие воротики. Башенки. А где сопки и курганы? Сопка, туда? Одна сопка. А, это сопка уже? Да. Нет, как не пола, но там на сопке. Женщина с собакой тут выгуливается. Там еще церковь. Это я пойду на сопку залезу сейчас. Так, фу, каким-то саньем. Все сопки тут. Фу, блин. Фига себе. Как я лезу. Вот. Лезу вершина. Шикардос. Площадочка. Речка. Волхов. Вон яблоко одна штука висит только. Курганы здесь, могилы разных Олега, всяких этих князей, ну, которые жили давно. Вот Игорь, всякие древляне. Вон, там интересно самое, что людей заставили работать. Листья собирают, загревают. Вон, и возят их, листья, главное, возят, в реку кладут. Зачем? Непонятно, он опять мешок тащит. Только что вот я видела, как они его в реку высыпали. Да. Зачем это делать, непонятно. Тут у них так принято, наверное. Все работают, гребут, гребут, гребут. Здесь церковь на церкви. Все очень много всяких церквей. Разных этих монастырей, соборы, старинные всякие вещи интересные. Как весной все деревья
почками стоят, без листьев. Тут вот валяются листики. Ну, собака, ну, такая опасная, наверное. Здоровая. Он как не слушает, натягивает поводок. Очень злая. Набрасывается тут. Девочка такая. Рыбаки там разные. Вот речка. Речка. Класс. Трава такая мокрая. Вот на той стороне тоже курганы. Вот тут собака была. Ну, фиг туда не подойдешь, болото уже. Да, летом здесь, конечно, поприятнее находиться было. Мы сюда часто очень едем. У нас тут... У меня тут живет бабушка. Короче, куча друзей, у которых свой бизнес. Прикольно. Прикольно.